учили, подсказывали, нашли Хаярова, обвиняемого Хаярова, и кажется, это число наше изменить, избрать обвиняемого Хаярова, и кажется, задачи меры пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2017 года, обвиняемого Хаярова, и кажется, задачи еще из-под стражи освободить. Хаяров, еще раз предупреждаю вас, что нарушение запретов приведет к изменению меры пресечения в обратную сторону.